День. Скажите, как вас зовут? Марина Дмитриевна. Марина Дмитриевна. Марина Дмитриевна живет в Донецке одна. Ей очень сложно. Она потеряла дочь. Дочь погибла ее. И при вскрытии обнаружилось, что она беременная. И, к сожалению, теперь она одна. Это Аня. И помочь ей почти некому. Это наша Анечка. Она была медиком. Вообще-то... Спасибо, спасибо, друзья, огромное. Спасибо, Леонид Сергеевич. Это обычный московский пенсионер, который помогает людям. За то, что вы помогаете. Сегодня мы приехали помочь этой женщине, привезли наш продуктовый набор. А также привезли кофе, который очень любила Анечка. Спасибо вам огромное, люди, за то, что вы не забываете и помогаете.